Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, братья и сестры. В эфире программа «Про церковь». Это значит, что сегодня в студии митрополит Даниил. Здравствуйте, владыка. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, друзья. Тема нашей сегодняшней встречи и беседы очень и очень радостная. Приближается праздник Троицы, Святой Троицы, Пятидесятница. Владыка, начнем, естественно, со снов. Что такое Пятидесятница? Чему посвящен этот праздник? Этот праздник говорит нам о величии этого дня, и вместе с тем это день рождения нашей церкви, нашей организации. Ведь что такое церковь? Это общество людей, которые объединены Духом Святым, и они вот живут в этом Духе по определенным законам. Как эти законы называются? Заповеди. И вот в этот день мы вспоминаем, как Господь послал людям свою благодать, Духа Святаго. Вот эта благодать Святаго Духа пришла на землю. Что это такое благодать? Это энергия, это сила, это свет. Вот я всегда привожу такой пример, как человек купил самый такой, как сейчас говорят, навороченный компьютер. И все замечательно вроде бы. А вот в том доме, куда он ее принес, нет электричества. И все. И компьютер стоит, а толку нет. А вот это энергия, энергия Бога. Господь сам нисходит к человеку. Царствие Божие внутри вас есть. Вот эти слова, они стали понятны, что Господь не где-то там, в какой-то галактике пребывает. Он пребывает с каждым из нас, в нас. Пребывает. Но вопрос, всегда? Со всеми? Конечно же, нет. Это зависит от Бога? Мы говорим, нет, ни в коем случае. Это зависит от человека. Потому что Господь готов полностью быть человеком. А дальше, если мы откроем свое сердце Ему, если мы Его попросим, Господи, приди и вселись в ны, и очисти нас от всякой скверны, Он тогда придет и поселится. Об этом говорит даже не только наша христианская религия. Даже вот наши братья-мусульмане, мы читаем в Коране, Аллах говорит, «Я ближе к тебе, чем твоя артерия». Вот, то есть, действительно, вот с момента именно вот Новый Завет, чем отличается от Ветхого? Ветхий Завет, Иоанн Златоуст пишет, это отличается от нового, как небо от земли. Есть другое сравнение – тень человека и сам человек. Вот по тени мы можем рассказать о человеке, пообщаться с человеком, с тенью – нет. Поэтому это праздник, который говорит о том, что создана мощная организация. А какова цель этой организации? Для того, чтобы лучше понять, приведем такой пример. Мы все на земле здесь больные. Это больница. Больница вот, является церковь, это больница. Где человек приходит, и вот он выпучкался. И здесь происходит нечто, что человека оправдывает, очищает, исцеляет, и он вновь уходит очищенным. Но не может человек постоянно ходить по нашей земле в одной рубашке белой и никогда не пачкать эту рубашку. Понятно, он пачкает. Вот. Потом приходит опять. То есть жизнь человека, христианина в церкви, это не жизнь без ошибок, то есть, значит, без грехов. Это когда человек живет на этой земле, спотыкается, падает, но он встает, он борется. То есть люди церковные, церковный человек – это тот, кто получил крещение. Тот, кто старается чуть-чуть жить по этим законам. Отличается от человека не крещенного, не церковного, только главным образом одним.
что один борется, и в этом ему помогает сам Господь. Признают свои ошибки. Для того, чтобы был хороший результат в тренировке, нужно признавать свое несовершенство. Все очень просто. Вот мы все занимались спортом. Если бы нам тренер сказал, все, замечательно, десятка, все, иди спи, отдыхай, толстей, то да, ничего бы не было. Поэтому это праздник, день рождения церкви. Это праздник Святой Троицы, когда мы понимаем, что то, что нам было принесено с неба, то, что мы не можем до конца осознать своим разумом, это таинство Святой Троицы, оно не поддается полностью логическому осмыслению. Бог один, но троичен в лицах. Не три Бога, а один. И три лица. И вот есть такое сравнение. То есть наш ум, он рождает. Рождает мысль. Рождает слово. И вот это ум, это Бог-Отец. Это образ, да? Вот рождает постоянно вот эти мысли. Это, значит, вторая ипостась Святой Троицы. Да? И у каждого человека есть дух. Да, у кого-то душок такой неприятный. Вот совокупность его мыслей, чувств и переживаний. Мы говорим, вот высшая часть устремляется, которая к Богу. Это мы говорим, это дух человека. И вот Дух Святой. Да? Есть другое такое сравнение, отцы приводят. Солнце. Да, сам круг. Это солнце. Да? Солнце издает что? Свет и тепло. А это все едино, мы говорим. Что это такое? Светло. Это солнце, мы говорим, да? Или конкретизируем солнечный луч. И вот этот праздник, праздник радости. Мы читаем в Священном Писании, что когда вот Господь приходит в человеческое сердце, но для этого тоже нужно что-то сделать. Вот когда мы хотим пригласить хорошего человека, какого-нибудь большого, а у него приходит его вот там какой-нибудь там адъютант. И говорит, слушай, я посмотрю, как у вас тут так правильно ли все убрано, а у нас там все, гора посуды на кухне, прочее, пыль, грязь. Да. Да. И тогда говорит, слушай, знаете, ну вы наведите порядок, он к вам не придет. А даже если придет, то он здесь быстро уйдет, извинится, и ему будет некомфортно. То дорогого гостя мы принимаем, очищаем все в доме. Вот так же здесь мы очищаем свое сердце и просим Господа, но этого даже мало. И еще нужно найти в себе силы не осуждать других людей, простить. То есть Бог – это любовь, подобное тянется к подобному. Значит, нужно убрать из своего сердца. Часто люди задают, а что такое грех? Мы говорим, вот есть понятие «любовь», а есть понятие «нелюбовь». Все, что относится к нелюбви – раздражительность, неприязнь, злопамятство, осуждение, насмехательство, жадность, гордость. Вот это все нужно постараться отодвинуть. Вот бороться с этим. Потому что это то, что нам мешает соединиться с Богом, но этого мало. Соединиться друг с другом. Разъединяет человека. А от человека вот это все, что называется нелюбовь. Но мы не можем в один момент убрать всю нелюбовь из себя. Это процесс, который занимает не год, не два, не пятилетка, не две пятилетки, а всю человеческую жизнь. Жизнь человека – это синусоида. Вверх, вниз, вверх, вниз. И так бывает в день несколько раз. Вроде бы все хорошо. Опа, человек что-то сделал на твоих глазах, осудил. Ах, негодник, ах, такой-сякой. Потом, ой, что я делаю, Господи, прости. Господь прощает, опять ты поднимаешься. И вот вся наша жизнь в течение дня много раз поднимается вот эта линия, и потом снова опускается. И самое главное, это чтобы вот эта борьба никогда не ослабевала. Только когда человек ляжет в гроб, тогда вот это все и заканчивается. Дорогие друзья, напомню, у нас в гостях
У нас это в программе про церковь, митрополит Даниил. Свой вопрос вы можете задать ему лично, позвонив к нам в студию по телефону 639-717. Будем очень рады. Владыка, а почему христиане в принципе верят в Троицу? Ведь ни в одной религии, а вы сегодня упомянули ислам, что удивляет, кстати, православный митрополит упоминает почему-то иную религию. А почему именно в Троицу? У всех, ну, все религии, ну, из ныне представленных, по-моему, монотеистичны, да? Христианство вроде как тоже монотеистично, но однако три лица. Вот даже те же мусульмане, мы говорим, откуда они вышли. У нас есть общий источник. Тора. Да, правильно, Ветхий Завет, да. Пятикнижие Моисея. И вот многое оттуда они взяли, этим живут, монотеизм. Но тем самым вот до конца, вот есть тайны, которые невозможно до конца понять разумом. Они понимаются сердцем. Вот есть такое вот материнская любовь. Или вообще просто любовь. Я встречал таких людей, которые говорят, что, Владыка, никакой любви нет. Есть просто привязанность, есть просто похоть, вот такая, ну, закон размножения. Никакой любви нет, о которой пишут. Это все фантастика. Что вы? Вот что? Ее же не видно, любовь. Видно проявление. Ну, говорит, это не проявление любви, проявление похоти человеческой. Да? И вот для того, чтобы понять, что такое любовь, у нас есть два варианта. Первый вариант – это самому влюбиться. И на опыте познать. А второй вариант – это поверить тем людям, которые через это прошли. Ну, вот как выход из леса. Вот человек, который родился в лесу, к примеру, и никогда не выходил. Вот на Алтае есть такие, да? Люди, у которых там ни телевизора, ничего нет, отшельники, старообрядцы. И вдруг им говорят, знаете, а тут помимо леса есть еще там такое скопление людей, семей, что это называется даже город. Но есть два варианта у этого человека. Или самому пойти, или поверить тем людям, которые свидетельствуют. Вот так же и здесь. А ведь Бога мы не видим, как любовь мы не видим, как милосердие, сострадание, совесть. То есть вот эти добродетели, мы их, к сожалению, не видим, и гордость мы не видим. Мы видим только проявление. Вот. Поэтому и здесь вот, у нас только одно – поверить то, что нам Господь дает. Серафим Саровский, вот очень интересная, известная беседа с Мотовиловым, когда он почувствовал вот эту благодать в своем сердце. Вот у нас есть только один способ для того, чтобы убедиться в этом Божьем присутствии, нам нужно взять и, как мы говорим, влюбись. Да? А здесь мы говорим, а начинай жить по этим заповедям. Вот этот закон, начни жить. И тогда ты почувствуешь, как Господь сходит в твое сердце. Как те обстоятельства, которые вокруг тебя, они становятся непервичны в твоей жизни. Вот я как-то выдавал вот эту замечательную фразу, определение одного человека. Оно звучит так. Можно смеяться в кромешной беде, а можно испытывать злую тоску от удачи. Вот я помню эти 80-е годы, когда мы жили, многие думали люди, вот что радость человека, вот его счастье, радость, его позитив 100% зависит от его материального благополучия. И вот думали так, вот, ну, сейчас будет квартиру хорошую, да, там, ну, там, машину, там, да, дачу, и я буду в шоколаде. Я буду таким позитивом и добрым, и улыбчивым, и счастливым. А оказывается, вот сейчас время показывает, что оказывается нет. Есть нечто такое внутри нас, что дает этот позитив. То есть человек – это некая лампочка, можно сказать. Если подсоединена эта лампочка, то она не только… А лампочки какие? Есть, которые не только светят, но и греют.
можно еще и погреться, и не одному человеку погреться. Вот так же каждый человек, он призван. Ведь самое страшное, вот когда нет, человек не задумывается над тем, что он делает. Ну, часто говорят, вот работать, а зачем работать? Вопрос, да, зачем работать? Копать, а зачем копать? То есть, вот есть, к примеру, часы. Вот смотрю, вот, часы на руке, да. Если задать вопрос, а для чего часы? То люди объяснят, для чего носятся часы на руке. Да? Эти даже не для времени, а чтобы вспоминать того человека, который их подарил. Да. А вот а для чего человек создан? Часы создать легче. Да, но мы понимаем, что часы созданы разумом. И если нам скажут, ну ты знаешь, какие-нибудь папуасы, ну вот железяки все валялись тут вместе, собрались и затикали, и получились часы. То мы скажем, слушайте, ну мы... Конечно, люди простые, но не нужно нас так разводить. Да? А человек – это просто микромир. Да? И как его можно было создать какому-то неживому хаосу, создать вот это совершенствование? Значит, есть разум, есть у каждого замечательного проекта есть автор. Вот это Господь. И одни люди могут выходить на связь с ним, а другие не могут. Что нужно делать? Приемник настроить. Для начала верить в то, что он есть. Да, приемник настроить. Кому ты звонишь, что он существует. Да, и взять, да. Это, знаете, такой есть замечательный случай. Студенты дореволюционной в семинарии между собой шутили, спорили. Ну вот как-то они пришли, это митрополит Вениамин Фетченков такой, он описывает случай, пришли на полдник. Те там шанюшки давали и чашку чая. И вот один так вот шутил, всех нас смешил, что другой ему говорит, слушай, ну хватит тебе смеяться, ну слушай, ну побойся Бога. А тот прикалывается, да, и говорит, Бога, а ты его видел? Понятно, что вопрос такой ироничный, специально вот такой вот шутливый, и нужно как-то ответить так. И воцарилась пауза. Этот пока думает, что ответить, то в этот момент мужик, который привозил булочки и разгружал, крестьянин с такой большой бородой, он услышал и обращается к студенту. Ну, как тогда крестьяне обращались? Барин звали. И он ему говорит, барин? А барин? Тот говорит, что? А ты, говорит, мою тещу видел? Тот говорит, нет. Она говорит, ты пощас жива. И все засмеялись. Вот есть определенные вещи. Для того, чтобы увидеть Бога, нам не нужно ходить в обсерваторию и покупать или там вот смотреть в эти специальные, да, приборы. А что же нам нужно сделать? В Священном Писании есть такие слова. «Чистые сердцем Бога узрят». Вот как для того, чтобы увидеть что-то земным зрением, нам нужно иметь чистое зрение, неповрежденное, здоровое зрение. И тогда мы увидим, вот я смотрю, висит вот замечательная таблица, да, для глаз. Вот, вот для того, чтобы увидеть вон ту самую нижнюю строчку, нужно не просто напрягаться, нужно иметь нормальное зрение. Также здесь нужно очистить свое сердце. Вот как глаза мы промываем, если там что-то очищаем, зрение корректируем. Вот так же и здесь. И это самое главное. Дорогие братья и сестры, напоминаю, телефон прямого эфира 639-717. Позвонив по нему, вы можете задать свой вопрос Владыке. Владыка, вы говорите... Сейчас крутился у меня какой-то вопрос. Какой-то вопрос. А, по поводу веры. Есть в философии такое понятие, что нельзя объяснять понятие самим понятием. Ну, что, мол, вот... Механизм – это механизм. Но вот удивительно. И естественно, что в каждом правиле должно быть исключение, которое только подтверждает правило. Вот в моем понимании именно вера является подтверждением вот этого правила. Потому что веру, кроме как верой, на мой взгляд, объяснить ничем невозможно. Почему вера не постигается умом, а только вот, а только верой? Знаете, если бы вера постигалась умом, только умом, то это было бы несправедливо со стороны Бога. Потому что ум-то у нас разный. Есть человек, который одарен
Все, он быстро все хватает, быстро читает, запоминает. А есть средние. А есть вообще, ну не дано человеку. Такой он тугой, говорим, тугой, да. А с годами и память отказывает, ум не так работает. Поэтому Евангелие написано очень просто. И самое главное, для того, чтобы Бога постигнуть, он постигается главным органом. Ум – это вспомогательное средство. А какое главное средство постижения Бога? Ну, давай такой ответ такой. Чем мы, каким органом мы любим вторую половину? Вот девушка любит парня, парень любит девушку. Что, главное – это сердце. То есть вот в компьютере нет этого. Не понимаю, что значит сердце? Сердце – это насос, который перекачивает кровь, в конце концов. Умом мы можем понять, что мы любим. Да. Но чем мы любим? И чем верим? Да, сердце человеческое – это такой орган, это не физический только орган, который перекачивает кровь. Это прежде всего вместилище духовно-нравственных добродетелей. Об этом мы читаем Евангелие, что из сердца человека исходят злые помыслы, убийство, воровство, прелюбодейство. Вот так сказал Господь. Я вспоминаю такой случай, он был описан в нашей литературе, как в одном семействе был парень. Жил в семье, и вот он гонял на мотоцикле со страшной силой. И вот другой жил человек на земле, и у него были проблемы с сердцем. Ну и как вот на Западе, донора ждут. И вот, наконец-то, вот этот вот попал в аварию, в катастрофу, и парень разбивается. И звонят тут же родители, ему говорят: разрешите, мы возьмем ваше сердце, здоровое сердце вашего человека и поможем человеку, который вот болеет. Вот мы готовы там заплатить. Тогда родители говорят: ну, это как-то нечестно, платить за сердце нашего сына. Пускай наше сердце нашего сына будет биться в груди другого человека. Вот. Ну и сделали операцию благополучно. И вот проходит время. Эти люди захотели узнать. Но вот когда они встретились, то жена вот этого человека, у которого бьется сердце новое, стала спрашивать: а ваш вот сын, скажите, вот как он жил, что он любил? И оказывается, то, что он любил, стал любить вот ее муж. И она говорит: как же так? Оказывается, что сердце – это не только вот чисто физический орган. Насос. Да. Это нечто другое, более глубокое и более емкое. Вот. И поэтому вот для того, чтобы в любви самое главное все-таки – это наше сердце. И вторая половина всегда хочет, чтобы ты со мной был сердцем, а не так, что телом. Да, вот. Телом, а сердцем он где-то там. Поэтому вот этот орган познания Бога и орган соединения с Богом. А ум – это помощник. А вот тоже такой пример. Часто люди стоят в храме. И ведь мы же не все понимаем. Вот человек приходит первый раз в храм, ну, первые даже разы, и он не понимает, что там происходит. Нужно усилие воли, чтобы понять, чтобы настроиться как бы на эту волну. Подобно тому, как я вспоминаю, когда меня первый раз привозили вот в театр, помню, подростком был, нас, школьников, привели. Знаете, мне не понравилось. Я не понимаю. Но для того, чтобы понимать, нужно напрячься, нужно почитать, нужно вот послушать, нужно узнать, а что это такое. И постепенно вот человек начинает познавать. То есть некий процесс в любви важно не только как бы получение удовольствия, а любовь – это прежде всего усилие воли.
Мы читаем у апостола: любовь долготерпит, милосердствует, не завидует, не гордится. Чтобы долготерпеть и милосердствовать, нужно себя заставлять. Всему верит. Да, всему верит. Это самопожертвование. Когда ты себя, свое эго убираешь. То есть у нас у каждого в сердце стоит идол. Это мы. Эго — это что? Я? Да, это я. На первом плане, в сердце. А ведь, как сказал отец диакон Кураев, я — это единственное, что у меня есть. Да, это в кавычках. Я — единственное, что у меня есть. Поэтому вот именно вот этот наш эгоизм, который только мне, чтобы в первую очередь было хорошо мне, в ущерб даже другому человеку. Вот это является неправильной установкой. А откуда она появилась? Вот мы говорим, человек получил с рождения вот весь негатив и весь позитив. То есть и вот цель человеческой жизни – это вот этот позитив в себе выращивать. Ну, как вот цель человека, которому дали огород. Вот, к примеру, как вот сейчас в деревнях. Вот тебе дом, и вот тебе 40 соток огорода на двоих, тебе 20 соток. И вот человек понимает, что 20 соток они не могут у меня порасти бурьяном, мне стыдно перед соседями, перед самим собой. Человек начинает труд. Вот такой же труд происходит в нашем сердце. Только мы выращиваем не огурцы, не помидоры, не цветы, не розы. Мы выращиваем вот эти добродетели. Да. Это тоже цветы. Вот, это тоже цветы, они пахнут. Плане. Но этот огород, он не виден. Он так вот только проявляется. Вот какие-то моменты жизни. Поступками. Да, поступками. Но вместе с этими выращиваются, да, и сорняки. И мы должны сорняки взять, вырывать, выбрасывать. А эти цветочки наоборот поливать. Окапывать, удобрять. Владыка, ну вот мы, говоря о делах и земных, и житейских, естественно, все время говорим о Боге. А меня вот тут посетила мысль, а вообще стоит ли говорить о нем? Ведь он на 100% непостижим. Значит, у нас вероятность практически 100%, что, размышляя о нем, мы ошибемся. И как бы в ересь не уйти. Стоит о нем размышлять-то? Но вот Ветхий, что называется, богомыслие, да? Да, Ветхий Завет. Он нам не говорил о вечности. Это было очень так скрыто. Какой-то шеол, какое-то темное место. Совсем люди мало знали. Новый Завет. Да. Почему мы Бога-то изображаем? Бога нельзя изобразить. Да. По Ветхому Завету нельзя, да, это грех. А в Новом Завете он стал изображаем. А апостолы пишут, то, что мы видели своими глазами, то, что мы ощущали своими руками, мы вам благовествуем. Угу. Апостол и евангелист, самый такой высокий евангелист, он пишет, что Бога никто же, нигде же не видя. Дальше идет запятая. Единородный Сын, который в недрах отеческих был, Он явил. Вот мы видим вот такое воплощенного Бога. Для чего Бог принял на себя человеческую природу? Чтобы быть ближе к нам, чтобы мы Его могли осязать. То есть то, что мы знаем о Боге, это Христос. Да, то, что мы Бога называем на «ты». Да? Ведь если мы посмотрим язычество, вот почему оно не приняло христианство? Потому что в язычестве Бог – это такой абсолют, который создал человека, но он слишком велик, высок, и он где-то там пребывает. А дальше есть такие башки, маленькие господа, которые отвечают за какую-то конкретику. Про которых в Евангелии сказано «судьбесы». Да, за озеро, за воздух, за ветер, за ветер и так далее. И вот с ними нужно договариваться, самое главное. И вот христиане вдруг сказали: нет, мы выходим на связь в любой момент с Абсолютом. Как? Да вы кто такие? Не случайно Цицерон говорил, что христиане – это некие мыши, которые живут вот под домом, но думают, что этот дом построен для них. Вот такое маленькое существо, какая-то плесень такая, которая о себе думает. А здесь вот Господь-то явился, и Он создал этот мир, мы знаем, с одной целью. Вот все, эти галактики,
Это все ради человека. Ради человека, для служения человеку. И мы знаем о том, что все животные вот эти, как они относились. Ведь мы читаем, Ефрем Сирин пишет, что Адам имел возможность проникать в суть вещей. В суть вещей. То есть мы видим вот этот куб, к примеру, а внутрь мы не можем проникнуть. А у Адама, значит, было зрение, как рентген. Вот я часто думаю, смотрю, летает орел. Я думаю, слушай, какой я ущербный. Орел оттуда видит вот такую мышку. А я там на 50 метров уже не вижу, что там на ручке написано. Там даже вот 5 метров лежит ручка, я не вижу, что на ней написано. И так дальше. А животное, оно чувствует тут вот так далеко. Или завидую собак. Они ходят зимой, ну, если не сильный мороз, и не запариваются. Им не нужно одевать что-то на ноги. А тут, ага, одел эти туфли, ой, холодно. Одел другие, ой, жарко. Какой-то человек, вот это несовершенствование, это суть грехопадения, следствие грехопадения. У кого-то из святых была шикарная фраза, на мой взгляд, очень она мне понравилась и запомнилась, что древний человек, он мало знал, но много понимал. Современный человек наоборот. Он много знает, но мало понимает. Да, сердце неразвито. Да. Вот есть понятие неразвитое сердце. Да? Оно же может вмещать, вот сердце оно может вместить только одного человека, как мы говорили, эгоизм. Если сердце, оно уже побольше, оно способно вместить второго человека, вторую половину, своих детей, еще больше там родственников, знакомых. И вот даже иногда встречаешься с человеком, и я вот задаю такой вопрос. Слушай, а сколько у тебя в телефоне номеров забито? Да? И вот у одного там один говорит, у меня 50, у другого 200, все. Встречает там одного, говорит, посмотрел сейчас, говорит, 1500. Вот он более контактный. Вот что человеку дает возможность вот это свое сердце сделать таким объемным? Это же Господь дает такую возможность. Владыка, программы наши потихонечку подходят к концу, к сожалению. Но вот есть еще два вопроса. Один, на мой взгляд, очень непростой. Вот среди людей... Недавно мне встретилась такая интересная мысль. Вот ошибочна она или нет, развейте. Или подтвердите, или разъясните. На Земле, как говорят современные ученые, вот до сегодняшнего дня в общей сложности прожило порядка 80 миллиардов человек. Ну, по каким-то там расчетам. И вот каждый из них, даже не от сотворения мира, а еще с предвечного совета, неким вот трансцендентным образом представлен в лицах Святой Троицы. Как это можно понять, и так ли это? Все ли мы в самом деле продуманы еще когда-то там, когда еще и когда не было, еще до времен? Но ведь мы знаем, что время — это суть, такое понятие, Тварного мира. Да. А у Бога мы читаем вечность. Значит, нет прошедшего, настоящего, будущего. Все едино. Значит, Бог уже заранее видит. Да, как мы читаем у псалмопевца Давида, у тебя, Господи, один год, как тысячи лет. Тысячи лет, как один день. В молитвах ко святому причащению мы читаем слова Симеона Нового Богослова. «Не соделанное мною». Владыка, это получается, что что мы так же, как... Простите, если это неправильно сравнение, что мы так же, как Христос, рождены уже заранее, еще до начала времен, до сотворения мира. Нет, не рождены, а то, что Господь видит нас. Он видит весь наш путь заранее. Для Него это уже такой процесс. Было известно о нашем существовании. Конечно, одно дело, но это... Тут нельзя перепутать... с предопределением. Да, да. Есть такое в богословии, была такая школа, когда говорили, что человек предопределен, и он ничего не может сделать. Нет, человек живет по своей воле, и Господь ему не бьет по рукам. Этим и объясняется, почему злодеи творят свои злодеяния. Вот почему Бог их не останавливает? Так Он и праведников не останавливает. То есть Бог дал свободу, делай, он корректирует. Он дал через... свободу и заповеди. Да, свободу, заповеди, и он через определенные обстоятельства, бывает, нас корректирует. Но каждый, злодей ты или праведник, все равно твоя жизнь закончится на земле. И очень быстро.
А дальше, то есть мы часто думаем только о земном, вот в своем бытие. А дальше что? Вот, к примеру, убивают человека. Мы говорим, ой, какое страшное несчастье. Да? А если бы мы видели, что будет после того, как вот он принял несправедливую эту смерть, и ему Господь за это, за то, что он вот претерпел это. Он же ему, Бог живых, а не мертвых. Да, он ему дает награду, величайшую награду. Воин пошел, и мы говорим, вот этот счастливый, он вернулся с войны. А вот этот несчастный, убили его там. Так этот несчастный, он спасся. Он сразу пошел на небо. Он с Богом, он как раз счастлив. Да, с точки зрения вечности он выиграл. А тот с точки зрения вечности проиграл. Паисий Старец Афонский описывает замечательный случай. Когда он был на фронте, они сделали окопы. Но окопы тяжело было копать. И он ее вырыл вот для себя. Не одного. В полный рост. Вот он, да. Это в полный рост траншея. Окоп это такое. Вот. И он как раз вот спрятался от пуль. И вдруг бежит тут вот там на следующий день, когда тоже такой же солдат, как он, подбегает, а тут кругом стреляют. И он просится. И он понимает, что мы вдвоем не сможем быть в этом окопе. Один будет из нас возвышаться над землей, и он будет убит. И тогда что делает Паисий? Он тогда говорит, давай сюда быстро. Он его в свой окоп сажает, а сам, выходя на открытое пространство под пули, убегает. И Господь его сохранил, и пуля в него не попала. Когда ему задали вопрос, ты что делаешь? Зачем ты это так поступил? А тот говорит, я понимал, что если бы я сказал, ну, лежи тут на мне, его бы убили точно, что он возвышался над землей. А у меня есть все-таки шанс за эти вот там несколько секунд попробовать убежать, чтобы он был спасен. Вот это высочайшая идея жертвенности, когда человек ради другого делает какой-то поступок. Ну, просто начинается все с малого. Вот чуть-чуть. Нельзя сразу прийти и поднимать штангу 200-100 килограмм. Начинать с маленького. Ну, да, с маленького. Да. Вот так же в духовной жизни. Маленькие поступки, но их нужно делать. Владыка, для того, чтобы были большие добродетели. В завершении программы, к сожалению, осталась буквально минутка. Знаю, что Троице предшествует Троицкая родительская суббота. И вообще мы с вами уже не раз об этом говорили. В течение года их несколько этих особых дней поминовения усопших. Зачем их так много? Почему они особые? Ведь мы и так в молитвах ежедневно поминаем. Дело в том, что каждый человек на земле, он грешник. По сравнению с той белизной, вот если мы возьмем какой-то материал светлый, а вынесем его и попробуем сравнить со снегом, то мы увидим, да, что он, конечно, снег намного чище и белее, он блистает лучше. Вот на фоне неба даже ангелы нечисты, мы читаем в Священном Писании. Так же, несть человек, и же жив будет, и не согрешит. И вот для того, чтобы помочь человеку, церковь – это такая организация, которая имеет своей главой самого Господа, значит, она уходит в вечность. Значит, она имеет возможность простираться туда и вымаливать человека, вытаскивать его из пламени ада и переводить его в райские обители, говоря простым языком. И вот для этого и существуют родительские субботы, чтобы мы вспомнили те, кто нам дали жизнь, те, кто жили рядом с нами, братья, сестры, и еще вспомнили наших врагов, которые нам делали пакость. А сейчас, вот если бы мы увидели их состояние, их мучения, то у нас бы действительно слезы потекли из глаз, и мы бы сказали, Господи, прости им, я готов все простить. Вот чтобы перед этим праздником мы вспомнили о людях, которые когда-то жили на земле, попросили у них прощения, тогда действительно благодать Божия будет способна войти и возрадовать наши сердца. Благодарю вас, Владыка, как всегда, порадовали дух. Приходите к нам чаще. Очень радостно с вами общаться. Храни всех Господь. До свидания.